Спасатели сегодня подготовили необычные поздравления детей, которым, к сожалению, противопоказано находиться в местах массового скопления людей, посещать мероприятия, где много народу. Вот мы и встретились. Сдала меня, письма писала, у елочки танцевала, танец снежинок, помню, помню. Выздоравливай, чтобы все у тебя было хорошо. Поздравляю тебя с Новым годом. И на нас Дед Мороз разворачивается. Я думаю, что все пожелания Деда Мороза обязательно сбудутся в этом году. И так как у нас также у всех деток, и все будет у всех хорошо. Все вернемся домой. Дима. Здравствуй, Дима. Я Дед Мороз. Дед Мороз, садись на... Садись. Что? Зимой летом строй моё, дома я была. Молодец. Я прям тебе похлопаю. По долгу службы, по зову сердца совместили приятное с полезным, да еще и радость нанесли.